Привет, ребята, с вами я, Ваюте, и сегодня я буду играть в Майнкрафт. Если что, я скачал моды и вам буду показать новые катаны. У меня есть тайна, у всех есть тайна, если что. У меня есть тайный сундук. Сейчас покажу вам. Вот она, не сундук, а шалтер. Это не везет, ничего не делает. Это для троллинга взяла, если что, ребята. Скоро начнется видео на троллинг. Я моего брата буду троллить, если окажется он грифером. Ну, вы уже походу поняли, что это крутые катаны, лучше, чем алмазный меч. Ну, сейчас... Подождите, ребята. Можно же взять его. Подождите, ребята, простите же. Вот так вот поставлю обратно. Значит, это мы сюда вкладываем. А что происходит? Не понял. Да блин. Все. Нам травы не нужно. Поставим. Все. У меня есть вот такие вот шалы. Вот такой вот шалкер. Вот здесь медь. Сейчас посмотрим на его, на их урона. Я в конце ролика покажу, как они вкрафтятся, так что посмотрите это видео до конца. Все. Ребята, я забыл. Да блин. Как я все это забыл? Все. Я в конце ролика покажу, как они крафтится, так что ролик посмотрите до конца. Приятного посмотрим. Так. Я сейчас мобики возьму с нам. Например, потом еще сушитель в другом месте поставлю. Выбьем. Ну, крипер, например. Давайте заспавним. И зайдем в на вырывание. И мы продвигаем камень моды. Ой, я хотела камень моды 0. Клеем камень моды 0. Все. Теперь я навожу вот на пайт. Пока. Вот. Первый есть. Кто еще хочет драться со мной? Давай ты. Вы твоем можете иди. Вот. Второй меч немножко слабее. Ну, видите? Вот это тоже слабее. Самое сильное это вот это. Сейчас заспал. О, паук как раз. О, вот здесь есть криперы. Вот сейчас придет. Давайте вот так. Вот первый есть. Второй есть. Вот так вот. Хочешь напасть на меня? Вот тебе.
Ну, это пусть останется. Как бы эти все слабее, чем это. Но сейчас время крафта. Сейчас зайду в креатив. Эй, кончите, все. Камень молотый. Это сейчас покину сюда. Эти тоже, чтобы вы не подумали, что я не крафтила. Вот такие еще у нас новые руды. Вот. Здесь возьмем быстрая печка. Руды тоже возьмем. Вот такие вот все новенькие. Подождите. Четыре. Вот, четыре. Семь, четыре. Еще четыре. Еще четыре. Все, теперь время крафта. Возьмем вот это. Важнее немножко меньше. Ну ладно, это с этим. Это поставили. Раз, два, три, четыре, пять. Пять печек. Вот так вот. Внутри сажем. Подождите. Второй есть. Второй есть. Третий. Есть. Если вам мешает звук, я могу открыть дверь. Сейчас. Вот, закрыли. Вот. Теперь. А, не нужно все. Занято. А другие. Два. Осталось два. Раз, два. Раз. Подождите, вот. Понятно. Раз. Один, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. О, три таких руды уже есть. Все, это можно уже кладывать обратно. Еще вот так вот. Дальше дыри вот эти тоже. Вот это тоже. Вот это тоже посмотрите, невидимая руда. Это тоже. Вот это. Надеюсь, все правильно. Ну все. Ну да, все правильно. Теперь как раз домика нуба Грифера, моего брата, который он строил. Он нубик, как вы знаете. Вот, вот, вот этот верстак возьмем. Еще палочки, где палочки? Вот поставим сюда. И вот так вот крафтить они. Один. Это самое лучшее. Два. Три. Четыре.
кстати, был еще один меч. Это из другого мода. Но я вам покажу все равно, как он крафтится. Вот так вот. Все. В принципе, у нас получилось. Видите, это не текстурка. Вот. Вот это я не проверял. Вот это сейчас проверял. Да. Смотрите, с одного удара. Кстати, ребята, если вы хотите, ставьте лайки, если вы хотите много лайков, чтобы, если вы хотите, чтобы я вам показал другие моды на телефоне. Это на телефоне, ребята, я правильно скажу. Ну что ж, кому понравился ролик, ставьте лайк, подпишитесь и нажмите на колокольчик. Кто еще не делал этого, спасибо за много лайков, если поставили. Всем пока-пока!